Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос сейчас, который вы задаете. Суть в том, что вот то, что вы поссорились, и то, что ну, в целом хотите помириться со своим молодым человеком. Это я понимаю, вот. Но для того, чтобы помириться с молодым человеком, да, нужно, наверное, все-таки, ну, мне так вот кажется, да, ну, говорить немножко, что ли, предметно. То есть, например, если вы хотите помириться со своим мужчиной, то нужно вам обязательно определить причину ссоры своей с человеком, потому что, ну, условно говоря, нет причины ссоры, да, не совсем понятно, о чем говорить. То есть, как бы, вот вы пишете, что там извинялись уже один раз за, ну, за ссору, за конфликт. Так, а опять же, вот толку-то, что вы извинялись, если, ну, условно говоря, если суть не меняет суть. Вот, как бы, то есть если суть остается прежней, вот, если вы также по-прежнему ссоритесь, например, если вы ничего не меняете в контексте, там, ну, допустим, своего поведения. По отношению к человеку, ну, по отношению к мужчине, вот, и хоть извиняется, хоть нет, а суть это не меняет, вот. Поэтому, первое, это причина ссоры, ваше к ней отношение, вот. Второе, это поведение при ссоре, вот, ваши чувства, которые, и ваши чувства, реакция, поведение, которые привели к ссоре, вот, следующее, это изучите психологическую игру скандал, вот, она так называется. Она так называется. Психологическая игра. Скандал. Вот. Изучите ее. Исследуйте ее. Эту вот психологическую игру. Вам станет немножко понятнее, почему значит, ну, вы себя так ведете. И прежде чем разговаривать с парнем, необходимо ваше собственное поведение, отношения проработать. Подкорректировать ваш вектор поведения в конфликтной ситуации, чтобы, условно говоря, вы не, ну, чтобы вы не создавали хотя бы с своей стороны ситуации, вот, значит, при которой эта ссора может
стать возможным. Да, вот, то есть, условно говоря, учиться без конфликтному общению. Вот. Этому доме необходимо уделить большое внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что обратную связь, которую вы дадите, можно будет воспринимать как начало психотерапии. Вот. Всего вам самого доброго. И надеюсь, что ваша ситуация разрешится, и с парнем по итогу вы сможете помириться.